Всем привет, дорогие друзья! Видео, как всегда, в ознакомительных целях. Даю информацию, чем занимаюсь, где зарабатываю. И вот сейчас вот вечерком сижу, отдыхаю прямо с телефончика. Почему я очень люблю телеграм-боты? Так как прямо с телефончика, отдыхая, можно зарабатывать. Вот, сразу говорю, риски всегда есть, я лишь даю информацию, не несу ответственность за ваше решение. Давайте перейдем в стейкинг. Пополнился я вот на $100 USDT TRC-20. И сейчас мы закинем их в стейкинг. Давайте мы сейчас сделаем кнопочку обмен. Обменять USDT на XPL. Это в токенах XPL, то есть это все делается. Потом эти токены можно, смотрите, тут внутри бота есть обменник. Вы можете закинуть, допустим, с USDT, вывести на Solana, на BNB-шку, на TRX. В общем, очень удобный и очень классный бот. Давайте так. Введите сумму. Ага, видите, тут все-таки нужно сделать мне обмен. Нажимаем Max, нажимаем на XPL. Комиссия 0. То есть я пополнился без комиссии. Теперь у меня появились монетки. Вот эти монетки, которые я сейчас отправлю в стейкинг. Так, подтупливает, все, подтупливает. Подтупливает немножечко. У меня сейчас 100 тысяч этих монеток. То есть у меня было $100. Это 100 тысяч центов. Одна монетка, по идее, 1 цент. Это 10 тысяч, да. Ну, 10 монеток 1 цент. Неправильно посчитал, прошу прощения. Нажимаем сумму максимально и отправляем их в стейкинг. Через 50 дней у меня будет со стейкинга 110%. Я могу отправить и на 10 дней, и на 20 дней, и на 50 дней. То есть, чем больше дней, тем больше процент. Все, теперь вот у меня вестинг. Вестинг — это прибыль со стейкинга. Вот, я могу выводить монетки, дальше их обменять и выводить на любую крипту. Смотрите, абсолютно на любую крипту. Я выбираю XPL, могу их вывести на Тон, Solana, TRX, BNB-шку. Ссылочка будет в закрепленном комментарии, как всегда. Тебе желаю большого профита, больших заработков. О рисках помни, но и до новых.